И сегодня, ну, скажем так, я бы назвал тему «Реальность небытия». Значит, ну, то есть понятие небытия, как оно присутствует, ничто понятие. Сначала несколько слов, немного постараюсь занять, вернуться к своему любимому богословию и как бы несколько моментов напомнить. И потом литературу представить. Но напомню, что в прошлый раз я начал вот рассказ с упоминания корпуса работы о реополитике, где рассматриваются два типа богословия, да? Так называемое апофатическое и катафатическое. Катафатическое богословие, которое утверждает, какие-то приписывает Богу какие-то предикаты на основе аналогий. Великий, мудрый, ну и какие-то еще. Апофатическое утверждает, что это низший уровень познания. И что правильнее говорить о Боге в отрицательном ключе. Ну, для иллюстрации, так, на всякий случай, я так, отрывки из цитаты, что тут говоря о Боге, говорится там, что он ни душа, ни ум, ни мнение, ни слово, ни мысль. Ни число, ни порядок, ни величина, ни малость, ни равенство, ни неравенство, ни подобие, ни отличие, не стоит, не движется, не пребывает в покое, не имеет силы, не является ни силой, ни светом, не знает ни истины, ни царства, ни премудрости, он не единое, ни божественности, ни благость, он не есть дух в известном нам смысле, ни сыновство, ни отцовство и так далее. Идет вот такой длинный перечень. При этом, значит, никакого позитивного утверждения сделать невозможно. Как говорят вот разные исследователи, справедливо говорят, что вообще вот такой апофатический метод есть продолжение, так сказать, так называемого аферитического метода, вообще платоновско-аристотелевской философии. Аферезис, да, от понятия. Ну, абстрагирование, так сказать. Метод абстрагирования, поскольку всякое абстрагирование, оно как бы предполагает отрицание от каких-то свойств. Что это уже берет начало в математике, ну, в том смысле, что, скажем, там плоскость, есть отрицание глубины, линия, есть отрицание плоскости, точка, отрицание линии и так далее. Да? Математические абстракции вводятся через отрицание. Могут возиться. Когда и речь идет о понятии платоновском, платонической школе, о понятии единого, то тоже речь идет о том, что единое может быть описано с помощью, ну, как бы отрицания каких-то видимых предикатов. Видимых предикатов, которые бы, значит, с чем-то его связывали. Вот, как я говорю, это все два пути богопознания изложено в корпусе работ, приписываемых Ареопагиту, Дионисию Ареопагиту. И говорил, что это не может быть так, потому что Дионисий Ареопагит жил в первом веке, а трактат считается написан где-то в начале шестого или в конце пятого. Но почему? Ну, отчасти потому, что он и не был упоминаем никогда до этого, не был известен. Но еще, может быть, в большей мере, мало не упоминаем. Еще в большей мере уверенность на этом базируется на том, в том, что это не есть сочинение ученика апостола Павла Дионисия, что там совершенно очевидно влияние так называемого неоплатонизма, который вот существовал где-то с 3 по 5 век. Вот. А даже если быть точнее, то обычно указывает на сильное влияние так называемого Прокла, Прокла Диадоха, да? Который был в V веке, жил,
был как-то главой Платоновской академии в Афинах. Вот. И вот этот метод отрицания, так сказать, в полной мере, впервые мы находим именно у раннего неоплатоника Плотина и в наиболее законченном виде вот у Прокла. И он связан тем, что этот метод абстрагирования по отношению к единому приводит этих неоплатоников к выводу, что оно вообще непознаваемо. Оно, раз оно определяемо только отрицательно, то его невозможно, в принципе, как-то определить. И значит, постижение его конечное должно уже предполагать экстаз или какое-то мистическое постижение. Вот такие вещи. Вот. И это активно подхватило христианство. Вообще, хотя ссылаются обычно на эти ареополитики, находят и в более раннем таком христианском богословии. Например, у Григория из Ниссы, Григорий Ниссский, один из трех великих каппадокийцев, так называемых основателей вообще такого богословия восточно-христианского, это Василий Великий, Григорий Ниссский, Григорий Богослов, вот, а Григорий Ниссский, например, в его таком как бы экзегетической работе «Моисей» говорится, что вот на примере Моисея, что вот мы там видим два пути познания. Один приводит, такой позитивный, приводит к постижению Бога как света. И Моисей впервые видит Бога в виде горящего куста. Да, вот, горящий куст, видите? А, то есть горит и не сгорает. А когда он уже заходит на Синай, говорит Ниски, он уже не свет видит, а тьму. Он погружается в облако темное. Вот, и Бог ему предстает как тьма, а не как свет. И это более высокий путь. Это он уже должен был пройти определенный путь Моисей, чтобы прийти к такому более высокому уровню познания. Вот. Ну, вот это апофатическое богословие становится основой такой вот восточной христианской мистики, так или иначе, мистики, так или иначе лежит в основе сихазма. Параллельно, я тоже об этом упоминал, оно имеет место и в каббалистике, в каббалистической литературе, и ранние каббалистические трактаты, например, трактаты, приписываемые некому полулегендарному Исхаку Слепому, ну, тоже говорят о Боге словами, которые я даже заглавил, по сути дела, тему сейчас. Потому что этот Исхак говорил так, что Бог – это ничто, но это ничто более реально, чем что-либо. Ничто более реально, чем что-либо. Вот. Ну, такое приписывается ему выражение. Я говорю приписывается, потому что, насколько я понимаю, этот трактат, я сейчас не вспомню вот длинное название на иврите, но он как бы не имеет, конечно, никакого авторства. Приписывается вот некому такому автору из Прованса. Вот, и разумеется, я тоже это говорил, что вот здесь речь идет не о влиянии восточного христианства на каббалистику, а то, что каббалистика тоже восходит к неоплатонизму, тоже восходит к вот этому линии от Плотина до Прокла философии. Но и христианская, иудейская мистика все-таки толкует это несколько иначе. В том смысле, что это становится признаком не того, что единое не может быть определено, потому что оно все, и значит, само по себе ничто, а по простоте своей, так сказать, не может быть дано определение, а еще и как выражение запредельности Бога по отношению к миру, нетождественности его ничему тварному, вот этому запрету идолопоклонства, привязанности к чему-то земному. То есть, ну, как это можно сказать, в креационистском стиле. А некоторые там христианские, скажем, богословы считают, что здесь вообще принципиальная разница. Одно дело то, что говорили неоплатоники о простоте первоначала, а другое дело о внебытийности Бога, который творит мир из ничего. Что это вообще просто как бы совпавшая логика, но по сущности, по содержанию совершенно различные вещи у платоников и у христианских. Хотя вот многие авторы считают, что преувеличены некоторые различия.
Далее. Если взять дальше историю, это кратко, то вот это, значит, восточное христианство, да и западное, ну, как бы то забывало, то возвращалось к этой теме. Вот, то забывало, то возвращалось. И забывало обычно, как, не полностью, но просто заменяет, ну, просто видение непознаваемости Бога. Это без, собственно, прибегания к отрицательному методу. Да, Бог непознаваемый в схоластической философии. Это апофатика для схоластической несвойственности. Свойственно просто утверждение Фомы, что есть некоторые вещи о сущности Бога, которые просто нельзя познать и надо принимать на веру. Вот. Тогда как для мистиков было важно, что это еще и погружение в некий мрак. Вот такое особое состояние экстатическое, которое связывает нас с Богом. Вот. Временами, значит, оно снова всплывало. Если мы возьмем, допустим, русскую философию, то богословие, то имевшее значение для, скажем, исихастов, мистиков там, конца 15 века, апофатика была, в общем-то, забыта, потому что богословие русское 16, а уж совсем 17 века, в общем-то, стоит по схоластическим канонам. Да, во всех своих проявлениях, там, и латинствующие, и западные, и латинствующие, и греческие в 19 веке все равно схоластикой пользовались. И, по сути дела, оно было возвращено в середине, во второй половине 19 века, так, Владимиром Соловьевым. От него пошел интерес его богословов, опять какая-то апофатики. Ну, если не считать отдельных каких-то мистиков или знатоков патристического учения, так, в широком смысле, увлечение этим пошло в конце 19-го, в начале 20 века под влиянием Владимира Соловьева, который, однако, который именно вернул апофатику, именно апофатически определяет свое единое, правда, скорее, как раз, в духе неоплатонических, а не патристических традиций. В том смысле, что обоснование необходимости этого метода строится не на том, что Бог вне мира, а на том, что если единое – это все, то это все не может быть чем-то. Это вот как вот. То есть мы не можем ему приписать какое-то определение, ибо оно его ограничено. Оно уже не все. Если мы хотим постичь единое как все, значит, оно сам, все может быть то, что само по себе не является чем-то. Вот это главное. Мысль Соловьева. То, что является чем-то, уже всем быть не может. Причем не только неоплатонизм, а и терминологически, и с отсылками Соловьев гораздо в большей мере отсылается на Кабалу. Настолько, что, собственно, он в своих трактатах именует это единое именно каббалистическим термином «Эйн Соф». Ну, «Эйн Соф» так в каббалистических книгах иногда именуется Бог, переводится обычно, в обычных переводах, как «беспредельное», хотя сам же Соловьев предлагает и более точный перевод этого. Он считает, что это можно перевести как «не нечто». «Эйн Соф» – «не нечто». Вот. Все это нечто, и только Бог – это не нечто. Значит, ничто. Почему, скажем, для Соловьева важнее платонизм и каббалистика, чем… Он прекрасно знал патристику, но она его не устраивала, во-первых, весь вот такой пафос, значение философии, постижение там единого, входил, конечно, в противоречие с тем, что все христианские мистики подчеркивают, как раз придерживаясь апофатики, подчеркивали всегда ненужность философии, излишность ее, важность чисто такого духовно-молитвенного постижения Бога. Восточно-христианский, да и западный, собственно, мистицизм, вообще-то говоря, к философии относится плохо. Вот. И это бы пришло, если бы он опирался на эту традицию, на патристическую, на восточно-христианскую, то тогда это бы пришло в противоречие с его вот этим таким культом философского знания, который он здесь, в России, пропагандировал. Это во-первых.
А во-вторых, это даже важнее момент. Соловьевское крестьянство Владимира Соловьева, это ведь крестьянство, которое, ну, как бы вот, по крайней мере, до последних, может быть, 6-7 лет жизни Владимира Сергеевича Соловьева, до последних 6-7 лет, проповедует преобразование мира. Вот всемирную теократию, Царство Божие на земле, и прогресс, свободу, там, единство Папы Римского монарха, ну то есть преображение мира, тогда как такая традиционная христианская мистика никогда не акцентировала идею преображения мира. Наоборот, все это говорит о том, что мир вообще ничего божественного не содержит, что он сгорит в огне, утонет во зле, разложение нравов, спасутся отдельные люди, вот, связанные мистическим с Богом. То есть христианский такой апофатизм обычно отрицательно относился к изменению мира. И мистики, аскеты противостояли. Идея изменения мира больше присуща такому рациональному богословию. Вот. А вот Соловьеву важно было именно тоже идея изменения мира, соединить веру с прогрессом, с идеей прогресса. Чуть ли не главную свою цель видел в том, чтобы соединить веру с идеей прогресса. Поэтому вот он опирается на несколько такой другой, на платонический исток, где важнее, повторяю, логическая невозможность определить всеединство через приписывание какого-нибудь предиката, ибо единое должно содержать потенциально все превозможные предикаты. Но тут важнее еще один момент, что вот у Соловьева это все, вот эта апофатическая структура, перекидывается и на человека, как образ и подобие Божие. То есть в том смысле, что он утверждает, что человек тоже апофатичен, его тоже нельзя определить. Он несет в себе элемент вот этого небытия, ничто божественного. А как он его несет? Что? Как он проявляется в человеке? Ну, как свобода его, как его возможность выбирать, как отсутствие какой-то заданности для человека. Все это что-то. Все что-то имеет некоторую заданную жизненную форму и не выходит за ее рамки. И только человек может выйти за рамки заданной ему формы, истории, да, природы его. И Соловьев считает, что вот, как он говорит, в этом и есть богоподобие. Человеку, говорит он, как Богу присуще отрицательная безусловность. То есть он не довольствуется имеющимся содержанием у него каким-то конкретным, и всегда может как бы выбрать это содержание. Есть ли такое, скажем, у отцов церкви восточной? Ну, спорный вопрос. Можно найти, конечно, такие утверждения, типа, что человек так же непознаваем, как и Бог, что он тоже не менее непознаваемая сущность для человека. Но вот на этот тезис убеждение, что в христианской апофатике заложена идея свободы, спорное убеждение, что вот в традиционном заложено. Однако ей пользуются, так сказать, в наши дни, скажем, допустим, достаточно редкие, но все-таки встречающиеся в рамках РПЦ такие либералы. Но я приведу один пример. Может, кто-то из вас присутствующих и знает, не скончавшегося несколько лет назад отца Вениамина, да, Новика. Знаете, наверное, его? Конечно. Вот, вот он на этом, он был изгнан когда-то из Духовной Академии еще в 90-х годах, потому что выступил против тогдашнего закона о четырех конфессиях. Выступил в том смысле, что они ущемляют права католиков и протестантов, как бы, в России. Вот, и, ну вот в своих сочинениях, я даже зачитаю, тут он пишет так. Он, вот его слова. Апофатический метод может применяться не только в чистом богословии,
триадология, христология, где самые догматы уже носят апофатический характер, но и в собственно человеческой, социальной и психологической сфере. И здесь, в области, где сверхъестественное таинственным образом соприкасается с естественным, апофатизм – это не только уважение к тайне божества, но и уважение к тайне человека. Человека, который по святому Григорию Нискому так же непознаваем, как и его создатель. Григорий Ниска, вот я его только что упоминал с этим Моисеем. Апофатизм – это методология критического мышления, говорит он, предохраняющая нас, прежде всего, от догматических построений, исключающих человека. Ну, вот такая как бы отсылка к апофатике именно в таком экзистенциальном. Что же касается вот этой темы апофатики, небытия как присутствия в человеке, как формы свободы, то, ну, понятно, она в этом отношении Владимир Соловьев таким явным образом предвосхищает, ну, одну из линий, скажем так, экзистенциализма 20 века. Да? И если его сравнить с Жан-Поль Сартром, который ни у Бога, ни черта не верил, конечно. Вот. Но он ведь определяет примерно человека точно так же. Создание, ничто, ничто, небытие. Ой. В бытие и ничто, где ничто сливается с понятием сознания фактически, это так и определяется, что человек отличается вот этой самой неопределенностью своей сущности, у него экзистенция предшествует сущности, потому что сознание – это провал бытия, это ничто. И небытия нет, говорит Сартр, но оно нам переживается, оно дано, как наша свобода. Его нет, но оно нам переживается, как возможность вот выбрать. Ну, не случайно, поэтому вот многие как бы последователи Соловьева в 30-х годах, когда появится экзистенциализм, типа там Бердяева, Шестого, будут сами себя относить к этому направлению. С разными оговорками, конечно, религиозного характера. Ну вот, итак, это вот что касается такого богословия, что оно оборачивается как бы и на определенную антропологию, на тему свободы человека. И вот, исходя из этого, я и хочу перейти теперь к литературе. Но немножко отойдя сначала от этой темы. Вот есть такая давняя, может быть, дурная традиция, ну не то, что дурная, а такая обычно сейчас с ней связана, какой-то примитивизм. А вот противопоставлять Толстого Достоевского, так как два полюса русской культуры. Ну, обычно это делается тогда, когда хотят подтянуть какую-то литературу под какую-то свою идею. Ну, классический пример, кстати, далеко не худший, это знаменитое, по-моему, трехтомное, вот это огромное сочинение Дмитрия Сергеевича Мережковского «Толстой и Достоевский», где это молодой еще Мережковский, одержим идеей синтеза языческой религии плоти и христианской религии духа, говорит, что их надо соединить, и рассматривает Толстого как ясновидца плоти, который идет от плоти к духу, прозревает в плоти дух и отказывается от нее, Достоевского как ясновидца духа, который прозревает в духе плоти, отказывается от духа, идет к земле, к плоти и так далее. И вот они соединятся, соединение Толстого и Достоевского – это рождение нового религиозного сознания, новые религии синтетические, которые соединятся до духовства. Ну, конечно, произведение очень натянутое, но все-таки такой схематизм иногда оправдан. Я сейчас просто, хотя я его тоже сейчас ругаю, я сейчас тоже начну нечто подобным заниматься. Потому что, нет, ну, понимаете, без этого как бы невозможно построить какую-то культурно-историческую схему, без некоторого, даже в исполнении Мережковского это не так уж совершенно смысл. Если так внимательно почитать, это огромное сочинение, он действительно, просто можно, конечно, иначе проинтерпретировать, можно найти иные примеры, чтобы не так все разложить. Достоевский дух, Толстой плоть, вот они навстречу друг друга, можно иначе все проинтерпретировать. Но найти материал Мережковскому
прекрасно удается, так что все сложилось очень грамотно у него. Вот. А, итак, я тоже сейчас займусь вот этой вещью. Но, так сказать, сначала даже некое, извиняюсь, отступление от отступления. Еще одно такое. А, я вот на самом деле много всяких спецкурсов на факультете читаю, но больше всего у меня спецкурс про Толстого, потому что я его чуть ли не с 93-го года. Про религиозно-этическое учение Льва Толстого. Оно читается культурологом, там, историком философии русской, когда отдельно существовала специализация. Вот, и этот курс обычно пользуется популярностью всяких стажеров иностранцев, гораздо больше, чем русских студентов. Их как бы, да, Толстой вообще все это привлекает куда больше. И часто, иногда так, что нашей русской группы вообще никого нет, но сидят какие-то вот иностранцы, и все это слушают с удовольствием. Вот. И даже на практике я, кстати, убедился, что они намного лучше знают сочинение Толстого Достоевского, чем русский студент, который там, дай бог, о «Войну и мира» по изложению школьного учебника. А все знают. И вот, была когда-то целая группа, ее привел какой-то куратор с филологического факультета американских студентов, из Соединенных Штатов. Да, человек 7. Он привел, нет, там, 8-9 назад это было. Вот, и сказал, вот нужно они походят на этот спецкурс. Ну, разумеется, хорошо, тем более, что народу и так мало. Вот, да, они ходили. Хорошо ходили и, ну, заходили разговоры, поскольку я, естественно, там часто упоминал Достоевского, они стали говорить. Вещь, которую, кстати, и наши говорят, просто они более аргументированы. Смысл их речи был такой, что вот Достоевский нам гораздо все-таки ближе, чем Толстой. Потому что этот человек пишет о нас. Вот о нас, о реальных людях, с нашими проблемами, с нашими страхами, с нашими вот этими выборами. А о ком пишет Толстой, таких людей мы не знаем. Это какие-то люди прошлого, непонятные нам, не близкие. И поэтому читать про них не очень интересно. Это не про нас. Это мнение очень любопытное для современного человека, тем более там, американца. Вот. В каком смысле? Понимаете, дело в том, что оно прямо обратное тому, что считалось при жизни Толстого, Толстого и Достоевского в их время. Ведь взять любую и критику, как правило, литературная критика была не очень доброжелательной. Достоевского. Толстой был таким непререкаемым авторитетом, по крайней мере, 70-х годов. Вот. Вообще, при жизни классиком назывался. А Достоевского относили чуть ли не к третьему разряду иногда. Да. Страхи всякие наводят, пугают и такая. Ну, считался такой литературой. Но, ну, как бы такой страшилками какими-то такими. Вот. Играет на плохих приемах. Но почти все. Без единого исключения, даже не знаю, говорили о том, что вот у Толстого реальные люди, какие живут на свете, а герои Достоевского выдуманы. Таких людей-то не существует. А что это, где это вы видели? Там, сумасшедшего студента, который идет там убивать бабушку. Вот, или там Кириллова, который. Вы когда-нибудь таких встречали? Вы что-нибудь такое когда-нибудь видели? Нет, конечно. А Анну Каренину все знают. Вот. Все знают. А не всякая Анна Каренина совершит то, что она сделала в конце, ну вот. А этих нет. Мы таких не знаем. И считалось, что он выдуманный. И это еще сохранилось в литературоведах таких более старой школы, вот как-то упоминал, по-моему, здесь Днепрова, которого знал, он вообще говорил, что это объясняет, почему во время Толстого и Достоевского. Толстого считали писателем-реалистом, который пишет о реальных людях, а Достоевского фантазера, фантастический, выдуманный персонаж. Нет таких в жизни. Он говорил, что это просто не понимает, что Достоевский никак вообще не вписывается в структуру понятия реализм. Это экспрессионизм, вот экспрессионизм. А экспрессионизм не предполагает реальность, он предполагает выраженность какой-то идеи, такую символическую. Вот. Ну, а тут вот как раз обратно. Вот. И вот я, так сказать, думаю, чем же это так вызвано. Я все-таки как бы вот так пришел к выводу, скажем так.
что дело тут не в персонаже. Конечно, и современный человек не знает Раскольников, и Кирилловых, и Иванов, Карамазов. Это тоже сейчас какой-то невозможный персонаж. Вот, но вот именно, что более современен характер нарратива. Вот так возвращаюсь к исходной теме. Именно тем, как строится сюжет, завязка и вот логика повествования. В чем здесь дело? И вот тут, по-моему, первый, кто как бы вот обратил внимание на вот такую как бы особенность, противоположность этих двух нарративов, был вот наш самый замечательный консерватор мракобесов Константин Леонтьев, до которого нынешним еще расти и расти, далеко еще. Вот, замечательный, значит, автор, в своей, который, будучи вот действительно крайним консерватором, в области литературы, анализа литературных текстов, оказался ультрамодернистом для своего времени. Не случайно у него потом ссылалась и формальная школа, почти все формалисты его любили, видели в нем совершенно новаторский для своего времени подход. Прежде всего в том, что он утверждал, что о мировоззрении автора, форма или стиль, но тогда это не различалось, это современное литературоведение различает форму и стиль произведения. Тогда у Леонтьева это одно и то же. Форма и стиль играют гораздо более важную роль для понимания, чем собственные идеи, которые высказывает автор. Они могут быть предвзяты, а это вот сердечное вещь. Вот. И вот что вот его произведение, одно из последних. Оно называется «Анализ, стиль и веяние о прозе Льва Толстого». «Анализ, стиль и веяние». Ну, довольно такое сейчас редко упоминаемая вещь. Там Леонтьев, он в духе. Значит, во-первых, он начинает с того, вот как раз с такого тезиса, что мои мировоззренческие симпатии литературные совершенно не соответствуют друг другу. То есть люди, которые, мне кажется, иногда ближе мировоззренческие, мне как писатель абсолютно неинтересны. А люди далекие, допустим, такие как Вольтер, допустим, в Европе, или Салтыков-Щедрин в России, наоборот, очень близки как литераторы по форме своей, по стилю изложения. Вот. И дальше он обрушивается с невероятным потоком брани на всю современную, почти всю русскую литературу. Он говорит, что происходит? Да, вот она вдруг стала. Сейчас он пишет это, что уже где-то в 80-х годах, каким-то таким, ну, всемирно известной вещью. Да? И мне как русскому, говорит, приятно, что вот все в мире знают вот эту русскую литературу. Но это у меня она вызывает, вообще говоря, отвращение. Потому что, говорит, она вся строится на каких-то подглядываниях, подсматриваниях, говорение в душах, стал интересен маленький человек, это вся какая-то, говорит, и абсолютно утрачена форма, эстетизм. Идет там, ну, Леонтьев в своем духе пишет, там, говорит, постоянно режут ножом котлеты, там, говорит, брызжут свиной гораздо больше, чем это в жизни вообще было. Там это, там все время вот все вот такое. И вот все это, говорит, пошло, это уже намек на известное изречение, говорит, от гоголевской шинели. Вот когда маленький человек интересен, интересный вот этот внутренний мир и так далее, вот, причем, кажется, самым отвратительным образчиком этой современной литературы, он считает, конечно, Федор Михайлович самым отвратительным образчиком. Это, говорит, пределы разложения всякого вообще стиля, вкуса. Мне говорят, я просто процитирую его, что у него, как вы, говорит, не видите, у него трагизм. Говорит, какой трагизм? Это трагизм вот этого сумасшедшего студента или проститутки? Какой там трагизм? Это, говорит, ну да, там трагизм, говорит, этот трагизм может разохотить только какого-нибудь психопата, живущего в плохих меблированных комнатах. Как такое стилистика? Только какой психопат. Говорит, что, ну нет там никакого трагизма. А от чего такое? От чего такое вот поветрие
Леонтьев объясняет. Но в своем духе, он же радикальный антидемократ, антигуманист и так далее. Из-за демократизма и гуманизма это пошло. Вот маленький человек интересен. Вообще вот внутренний мир, подглядывание. Вот Акакий Акакьевич стал очень важен нам в жизни. Вот, а отсюда вот копаются в этих низменных, мелких, отвратительных душах, где ничего не такое. А человек вообще не очень интересен человек в этом своем измерении. Вот, и никакого трека. И вот этому отвратительному движению в литературе, который, во главе которого стоит Достоевский, он отчасти противопоставляет Льва Николаевича. Он говорит, что вот тоже, говорит, много сделал неприятного в плане развития психологизма вот этого дурного. Вот. Но все-таки он идет в другом направлении. И говорит, все-таки вот нельзя сравнивать трагизм сумасшедшего студента у Достоевского и трагизм героев, умирающих от ран, полученных на Великой битве у Толстого. Вот. Там есть эпичность, есть история, есть представление о трагической судьбе человека, а не просто описание сумасшедшего. Вот. И далее он там еще больше, кстати, там он хвалит Анну Каренину. За что, казалось бы? А он говорит, а вот что там, и формулирует очень четкую вещь, действительно реальную. Он говорит так, что там, говорит, трагизм рождается не из сумасшествия героя, не из психоза какого-то, как у Достоевского, а из логики судьбы, которая Толстому как-то известна, говорит, с какой-то математической точностью. Он видит как? Вот он видит вот это, что Анна Каренина, она не Раскольников, там не Иван Карамазов, даже не Смердяков. Вот, она просто женщина. И логика жизни трагична. Это, говорит, гораздо реальнее и важнее. Наши трагедии из этого вырастают, а не из того, что мы сумасшедшие. И вот это, он видит в этом главное как бы достоинство Толстого. И действительно, Толстого, Анна Каренина вся сосредоточена на вот проблеме того, что можно назвать логикой жизни. Когда-то Фет написал в статье про Анну Каренину, хорошее слово, он говорит, что вот, говорит, вы, наверное, все помните. Эпиграфом к Анне Карениной являются библейские слова «Мне отмщение, и аз воздам». Там они немножко стилистически самим Толстым переиначены, потому что там нету «и», там есть «мне отмщение и воздаяние» в Ветхом Завете. И потом апостол Павел говорит «не мстите за себя, братья», ибо сказано, ссылаясь на Ветхий Завет, на песню Моисея, так называемую, «мне отмщение, и аз воздам». Ну, Толстой так, я воздам. Толстой так, значит, «мне отмщение, и аз воздам». И Фет написал, вот Толстой указывает на вот это «аз воздам» не как на розгу брезгливого наставника, который вот высечет нас за грехи. Никакого греха там особо на колени не совершает, это не грех, она вот так ведет жизнь ее. А указывает на карательную силу вещей, карательную логику событий. И Толстой прочитал вот это, что его роман о карательной такой силе вещей и логике событий, сказал, это сказано все, что я хотел сказать. Все, что я хотел сказать. Именно карательная сила вещей в этой жизни. Вот. И вот Леонтьев тоже, не знаю, конечно, это из письма, это опубликовано позже, чем пишет Леонтьев вот эту свою работу. Толстой говорит, что здесь трагедия рождается вот из этой логики событий. И говорит, дальше вот он все больше отходит, по его мнению, от психологизма, вот к такому знанию, логике, в притчевой форме поздней и так далее. Вот таким образом Леонтьев фиксирует два типа нарратива. Как их обозначить? Нечто похожее, кстати, без всякой ссылки на Леонтьева, потому что, по-видимому, так сказать, самостоятельно пришла, писала в 70-х годах прошлого века литературовед известный Лидия Яковлевна Гинзбург. Но она это иначе обозначила, хотя мысль, в общем-то, та же. Она сказала, говорила о том, что мы имеем дело в литературе всегда с двумя видами конфликтов. Свободным и связанным. Свободный конфликт, когда вообще-то у героя ничего такого страшного в жизни нет. А по судьбе его. Он сам создает себя
трагедию. Он сам создает себе проблемы. Они выходят из его сознания. Вот. Связанный конфликт. Герой ничего вообще не такого особого себе не представляет, не хочет. Трагедия рождается из внешних обстоятельств его жизни. А по его мнению, литература вот 19-го, особенно конца 19-го, больше делала акцент на свободном. В 20 веке там, конфликт у Кафки, совершенно связанный конфликт, какой-то герой, там ничего, он просто оказывается в этой абсурдной ситуации. В общем, да. И, конечно, свободный конфликт, по ее мнению, особенно присущ Достоевскому и доведен до высшего выражения в образе Кирилла, да, который вот покончил с собой исключительно за философствовавшись. Вот свободный конфликт. Связанный конфликт, да, она тоже ссылается, повторяю, не отсылаясь к Леонтьеву прямо, на Анну Каренину, где просто женщина хочет любви, счастья, как так получается. Вот, но я бы сказал, не помню, по-моему, это я ссылаюсь на работу о психологической просьбе. Я бы сказал так, что на самом деле у Толстого там есть противопоставление, буквально в самом романе, свободного и связанного. Это действительно связанный конфликт, если пользоваться этой терминологией, да? В связанный конфликт Анны Карениной и свободный конфликт Константина Левина, вот этого персонажа, Константина Левина, который вот у Анны, женщина, которая ничего не хочет, кроме того, чтобы быть счастливой, да, любви, недавно своим браком, и вот у нее вот такая трагедия. Левину все прекрасно. Все прекрасно. Он богатый помещик, у него он счастлив в браке, да. Вот. У него прекрасные дети, у него все в жизни хорошо. И он близок к тому, чтобы покончить с собой. Как сам Толстой потом напишет в исповеди, там просит, чтобы в доме от него прятали веревку, там боится ходить на охоту с ружьем. Хотя никаких внешних причин для этого у него нет. Вот это. Внутри романа не случайно. Это, кстати, тоже хорошо отметил только в своем стиле Константин Леонтьев этот образ. Он потом, это он отметил уже в переписке с Василием Розным. Кто-то там хвалит, ругает Толстого, которого, кстати, знал лично. Вот. И говорит там так, что всегда моим любимым героем, говорит, был Вронский. Вот Вронский, Ваня Каренина, который, вот, говорит, на таких людях, говорит, Леонтьев, вообще государство держится, отечество, солдат, он, красавец, он офицер, он благородный человек, вот этот дворянин настоящий, ведет себя как дворянин везде. А, говорит, там самый противный, нелюбимый персонаж, это Константин Левин, который, говорит, привожу слова Леонтьева, такой же лично противный, как и сам Лев Николаевич. Вот. Самый, значит, неприятный персонаж. Розанов, кстати, с ним, Розанов пытался, о котором мы коснемся, я уже так анонсом скажу, в следующий раз, я думаю, как у нас будет тема, связанная с Коловым. Розанов говорит, что я с ним начинал спорить и говорил, ну да, понятно, вам нравится Вронский, там отвращение вызывает Левин, но представьте себе, вы вечером, например, сидите с Вронским, ну о чем бы вы с ним стали говорить, ну о лошадях, ну о женщинах, через 15 минут вам бы стало невыносимо скучно с ним, а с Левином вы проспорили, наверное, всю ночь. Ну, Розанов говорит, ну, наверное бы это так и было, конечно, разговаривать с Вронским. Так, не надо ни с кем ничего разговаривать, мы же не о том говорим, типа, ну, как-то, не помню, как-то, ну, в таком плане. Ну, что-то. Вот, а люди вот такие нужны, вот такие, как Вронский. Вот, вот, как бы, два подхода. Теперь, итак, как бы, возвращаясь, значит, Толстой, говорит, метод Толстого состоит в том, что вот
связанный конфликт выражается в подчиненности людей каким-то какому-то ходу событий, которые от них, в общем-то, не зависят. И их судьба определяется этим моментом. Это в личном плане. Вот я тоже, когда в такой целой своей первой лекции, хотя тут, наверное, мало кто был, но не важно. Здесь есть буквальное совпадение вот этого нарратива о личной судьбе и того, как он историю описывает в «Войне и мире». Ведь, все не помнят в эти философско-исторические главы, которые, поскольку вообще обычно так редко читают, настолько редко, что даже второе издание было без них. Да, это мы убедили, вот так нам критиковали за то, что вот эти вставки философских глав, что есть такое второе прижизненное издание «Войны и мира» без этих рассуждений философских. Но потом он решил, что это совершенно весь смысл пропадает. И вставил их опять. А о чем там он говорит? О том, что да, ход истории от нас не зависит, что мы ничего не можем сделать, что в истории все идет само собой, потому что это каждый человек там это бесконечно малая величина, а ход истории складывается из скрещивания миллиона бесконечных малых величин, и что мы несем этим потоком. Но при этом, ход истории от нас не зависит. Так и судьба индивидуальная. Мы совершаем какие-то действия, они порождают другие действия, те третьи, мы уже ничего этим не можем управлять, и это от нас не зависит. История строится так же, как и судьба. И Толстого относительно «Войны и мира» часто упрекали, что что-то там, какая-то неувязка происходит. С одной стороны, он говорит, что вот все люди выполняют какие-то роли в истории, предписанный ходом исторической драмы, и ничего мы не можем с этим изменить, и никакого влияния на исторические события не оказываем, и власть тоже ни при чем. Знаменитый пример, что там несет стадо баранов, вытолкнет какого-нибудь барана вперед. Если бы он обладал разумом, он бы подумал, что он ведет за собой стадо. Это и есть власть. А это стадо его толкает так. Вот. Никакого. И в то же время все время пеняет, морализирует. Историю, да, пеняет тому же Наполеону, что вот, дескать, миллионы людей погибло в результате войны. Как это соединить? Что это какое-то противоречие. Об этом противоречии, правда, с высокой оценкой, но это отвлечет меня. Почему? Писал в свое время Михайловский, такой известный социолог, публицист российский. Михайловский говорил, что в записках профана говорит, что это правильно, история от нас не зависит, и все-таки каждый ответственный. Говорит, логически тут противоречие. Как это так? Или никто ни за что не отвечает, все идет само собой, либо мы морализируем. Тогда все за все отвечают. Но надо сказать, что для Толстого-то никакого противоречия тут не было. И он это пытался разъяснить как-то, особенно позднейшими своими религиозными работами. В каком? Если мы приняли какую-то роль, мы не можем ее изменить. Она предписана ходом событий. Она малое звено в цепочке причинно-следственных связей, мы ничего не сделаем с этой ролью. Но роль-то мы выбираем сами. Мы можем выбрать и другую роль. Можем ее принять и не принять. Роли нам создают другие. Общество, мир, государство в целом. Вот. А история. Принять или не принять роль, это наш собственный выбор. Поэтому мы можем просто не принимать эти роли. И поэтому, если Наполеон принял и согласился с этой ролью, то он все-таки ответственен за то, что являлся символом тех процессов, которые привели к миллионам погибших людей, каким-то непонятным движением. Хотя не он породил эти движения. Мы отвечаем за нас. Какой отсюда делает Толстой вывод? Потому что надо как-то отказываться от ролей. Надо уметь противостоять истории, обществу, государству, выйти из истории. И в конце жизни он начнет прямо писать. Задача человека – это остановить эту историю. Это когда-нибудь произойдет, когда люди поймут, говорит он, что
ничего они не смогут изменить, и когда история доведет страдания людей до крайнего предела, надо просто понять, что не надо этим заниматься. А что значит не надо заниматься историей? Участвуй в делах общих, коллективных. Занимайся собой, вот выходи. Но толстовские советы стали потом конкретно. Не плати налогов, не ходи в лагерь. Не участвуй в обмене, занимайся натуральным хозяйством. Да? Вот, будет твой выход из истории. Если все начнут так выходить из истории, то она остановится, это будет царство Божие. Но откуда сама возможность вот это принимать роль или отказываться роли? И тут Толстой начинает говорить, это запись из такого из моего дневника, то, что она возможна именно потому, что человек сам по себе ничего из себя не представляет. Я буквально процитирую Толстого, дневниковую запись. Он говорит, пришел литературным опытом, что люди не бывают ни умные, ни глупые, ни злые, ни добрые, там еще ни какие-то никакие, ни мужественные, ни трусливые. Все это формы поведения в каких-то ситуациях, которые нам навязаны. Это все наш выбор. Вот. А сам человек ни то, ни другое, ни третье. Он говорит, неопределимое текучее вещество. То есть у него нет, то есть приходит к той же самой идее, что у человека нет некой заданной сущности. Что он, а что тогда впереди, к чему он должен как бы стремиться? Ну, Толстой говорит, избавиться от своих ролей, избавиться от ощущения своей индивидуальности, слиться с мировой жизнью. Она есть Бог, а Бог, Толстой в некоторых поздних сочинениях начинает говорить, может быть отождествлен или сближен с понятием нирвана. А что такое нирвана, он пишет тому же Фету. Он говорит, я когда думаю о том, что такое, напомню, Толстой часто употребляет термины восточной философии, потому что полтора года проучился на восточном факультете. Вот, объясняю, Казанского университета. Ну, не я так сучу, конечно, не только поэтому, но часто использует там Покрова Майи, вот этот видимый мир, там нирвана. Вот, говорит, когда я думаю о том, что это такое, я ничего не могу придумать, говорит, другое, чем то, что это ничто, небытие, это его слова. И только я, говорит, думаю, что это небытие гораздо интереснее, чем жизнь. Я стою за религиозное уважение к этому небытию. Небытие, нирвана гораздо интереснее, чем жизнь, хотя она ничто, небытие. Это почти вот то, что небытие реальнее, чем что-либо, она интереснее. Вот. И я стою быть заодно за уважение к этой нирване. Итак, именно вот это то, что в человеке есть вот Бог, этот Бог, это ничто, это и делает нас свободным, и делает ответственным нас за те роли, которые вот мы принимаем на себя и выполняем в течение жизни для Толстого, религиозного. Если мы возьмем Достоевского, то, в общем, мы тоже увидим первое такое сходство, и Достоевский сам это отмечает, это то, что он, как и Толстой, возлагает на человека ответственность, а главное, не свой человек, а к социальным и психологическим качествам. Сам Достоевский отреагировал на Анну Каренину так, между прочим, как он оценил ее. Он говорит... Он немножко звучит парадоксально, он это воспринял как антисоциалистическое произведение. Причем тут Анна Каренина и социализм. А он говорит так, антисоциалистическое, но в том смысле, что социалисты – это те, которые видят всякие пороки, беды, трагедии в социальных проблемах, которые можно лечить. А Толстой нам показывает, что все это гораздо глубже, в каких-то тайнах человеческого «я», которые лечить нельзя. Вот, и что никаким устройством общества не справится трагедия жизни человеческой. Вот в этом он говорит антисоциалист. Ну, тогда это как антисоциалист. Никаких нет докторов, а есть только тот, кто может сказать мне отмщение, я с вас дам. То есть буквально цитировать того, что говорит Достоевский. Но вот вектор у Достоевского, я бы сказал, несколько другой. То есть... Для него люди изначально, в общем-то, ничто. Они действительно ответственны за все, потому что все, что они делают, все, что с ними происходит, потому что это все в той или иной степени их какой-то выбор.
Но для самого Достоевского как бы этот выбор, он есть задача человека. То есть, если Толстой нас призывает уйти в ничто, да, вот уйти в нирвану, то Толстой призывает уйти в нирвану, то Достоевский скорее обратное призывает, отойти от этого неопределенности, отойти от этого ничто. Через что? Ну, в конечном счете, через веру, через идею, через там самодержавие, православие, народность, как потом, кстати, конечно, верно напишет Фрейд в Достоевском «Отцеубийстве», что это тоже парадокс, что Достоевский приходит ценой невероятных поисков, мучений, сомнений, к выводам, которых исповедуют миллионы без всяких мучений и сомнений. Ну, православие смешает народность. Вот. Но для Достоевского оставаться без какой-то вот такой определенности, это невозможно. И для него все люди, они как бы их делают кем-то или чем-то в мире идеи, да, идеологии. Они носители каких-то идеологий. Практически это особенность Достоевского. Все герои несут какую-то идеологию в себе. Они все находят в ней спасение от своей от этой бездны неопределенности. Я бы так сказал. Тут я все-таки, как бы сказать, получил марксистское воспитание и образование, да, и поэтому этому, ну, здесь это очень годится, потому что это должно получить, может получить такое вполне марксистское объяснение, вот это различие между Толстым и Достоевским. В каком смысле? В том смысле, что вот ты такой Толстой, представитель высшей аристократии в России. Абсолютно. Его графство, это удивительно, есть два замечания, просто приведу. Оба такие. Реакция на юного, молодого Толстого Тургенева и реакция на глубоко старого Толстого Горького. Тургенев говорит, какой неприятный молодой человек записал Тургенев кому-то письме. Не понимаю, как можно так гордиться своим графством. Вот, он весь говорит, тут в этом живет. Толстой, в виде старого Толстого, говорит, какой, говорит, граф, он говорит, все такое маскарад, все это борода, сапога, одежки, он говорит, как начинает держаться, как говорить, ведь он абсолютно граф. Со мной он говорит, говорил, как говорит граф с интересным мастером. Вот, не более того. Вот. А? Нет, что-то вот. Как говорит граф с интересным мастером. Абсолютно. То в текстах, в его структуре, в его философстве то же самое находил Томас Манн, например, в Германии. Там же говорит, что да. Да и многие авторы говорят, пронизан аристократизмом. И даже его презрение к цивилизации, это не презрение плебея Руссо, который вот плебеи, хотя Толстой очень любил Руссо, да, носил портретикова с детства, самого, снял крест и носил Руссо. А вот, но Руссо это вот плебей, который обижен, оскорблен, что эта цивилизация мимо него проходит. А этот аристократ, который просто презревает, презрел это все, презрел всю эту святую цивилизацию, все его критики. Но что такое быть со человеком, аристократом, человеком такого дворянского? Это быть плоть от плоти человеком сословного общества. Уж еще одна. Где форма жизни тебе дана от рождения? Форма же тебе дано все, тебе дано ценности, тебе дано положение, тебе дано твое, в общем-то, будущее во многом, ну, там, определенными. Тебе Родина дана. Заметьте. А Толстой воспринимает это все как рабство. Для него все, вот это его сословность, это рабство. Он ищет от этого спасения. Для него. Он об этом все время говорит. Вот то, что в него вложили с детства, вот это все, это воспитание, это все вот эти роли, в которых надо уйти, надо куда-то их сбросить. И вот стать просто носителем жизни. Для него все это радство. И поэтому он приходит таким, как бы вот, есть такие парадоксы его восприятия. С одной стороны, читаю Севастопольские рассказы, да, «Война и мир», называют это, уж не помню, кто первый сказал, «Библией патриотизма». Да? А сам Толстой начинает говорить, патриотизм – это рабство. Это что это такое? Это навязывание человека каких-то совершеннейших ролей, которые отводят его от Бога, от совести, от морали, от всего этого отлучат. Это рабство, от этого надо уходить. Вот. Для него все это... Вот. Если мы возьмем Достоевского,
то. Вот он типичный, что называется, человек ниоткуда. Он человек ниоткуда. Ну да, он там дворянин в первом сословии, но вообще, или как говорили тогда, вот разночинец, разложение всех слоев, городской житель, который не знает, не имеет заранее данной ему формы поведения, не имеет уже положенных ему ценностей, принципов. Вот. И страшно этого боится, хочет обрести все это. А в чем обретает человек ниоткуда ценности? Он их обретает, конечно, в идеях, в идеологии какой-то. И если мы посмотрим, то у Достоевского даже самый патриотизм, который для Толстого был чем-то естественным, он начинает с годами ощущать как рабство. Становится чем? Русской идеей. Ей приходит через идеологию. Вот он же, это он вел. И тоже, кстати сказать, надо обратить внимание, что понятие русской идеи, вот как она звучит, введена Достоевским. Ранние славянофилы, там, Хомяков, Киреевский, никогда так не выражались и не могли бы так выразиться, потому что они вообще считали, что идея – это зло. Для них, они дворяне, аристократы, вот, выросшие в усадьбе, для них это вот это жизнеощущение, они слиты с этим родом, семьей, усадьбой, да, вот, предками своими, абсолютно слиты. Вот, а идеи для Киреевского, скажем, Ивана Васильевича, все идеи там отрывают нас от мира, ломают жизнь, вообще вырывают человека из органичности, надо органичности его бытия, надо отбросить идеи и слиться с этой жизнью. А вот для Достоевского, для таких людей, как Достоевского, это уже невозможно. Они могут все обрести только через идеи, только через идеологию какую-то. Они становятся вот в этом смысле Достоевский, конечно, ближе нам, потому что мы все люди ниоткуда. Того сословного общества, из которого вышел Толстой, далеко, давно уже нет. И в этом смысле вот этот связанный конфликт, вот это... Вот этот свободный, извиняюсь, конфликт Достоевского, вот эта необходимость выбирать какие-то роли, для нас становится единственной формой существования в жизни. Кстати сказать, момент такого опознания себя как ничто и как пристальное желание как-то выйти из него, он ведь есть и у Сартра в совершенно другой форме. Например, я имею в виду не философию, а в данном случае, допустим, роман «Слова». Вот. Напомню там такую историю, все помнят, но все-таки. Он без всякой связи, с какими-то там толстовскими рассуждениями, рассказывает о своем детстве, говорит так, что вот у него с детства он привык играть какие-то роли в мире взрослых. Да? Он играл роль такого мальчика не по возрасту, развитого, обаятельного, который говорит всякие умные вещи. И взрослые умиляются. Ну, говорит, вот я расту, говорит, там. И к тому же, как он сам пишет, так осел и окривел. Взрослые больше не умиляются, не трогают их этими самыми вещами. И вот, говорит, я в детстве, когда почувствовал себя, говорит, такой престарелой артисткой, актрисой, которая терпит фиаско вот в своих ролях. И вот я такая уже престареющая актриса, решаю, что буду такая самим собой. И тут вдруг оказывается, а что, а кем? Никакого я-то и нет. Вот ничего нет. И вот это какой-то такой момент, как бы повлиявший на все его дальнейшее такое становление. Ну вот. А действительно, для человека 20 века и вот эти ситуации человека ниоткуда, который ищет обретение какой-то идентичности, какой-то определенности или подлинности, становится в какой-то роли даже, а становится более важным, чем поиски как раз небытия и ничто Толстого, освобождения всех этих ролей и вот слияния с мировой жизнью. И в заключение я сошлюсь на другого, так сказать, автора, который сам постоянно апеллирует к Толстому и в романах, и в своих эссе, уже упоминаемый мной на лекциях, может быть, даже не раз, Милан Кундера. Ну, я действительно думаю, что это, кстати, один из самых таких сильных авторов рубежа
20 и 21 века, действительно. Вот, но в данном случае он именно интересен своей там постоянной рецепцией Толстого. Она у него постоянно проходит даже, хотя, если бы он сейчас услышал мои слова, он бы глубоко оскорбился, потому что он об этом сам пишет. Вот, он пишет о том, что когда один критик поставил его в ряд там Достоевского, Толстого, Солженицына, много этих таких. Я, говорит, почувствовал себя крайне неуютно. Я человек, это, говорит, он поставил французский критик, потому что считает, что мы все славяне. А какие там чехи? Славяне-то не славяне, говорят, но у нас совсем другая ментальность, мы из другого мира, мы Европа, мы германское влияние. Это совсем другой мир. Ну, ладно. Вот, я, говорит, я люблю этих людей, но я почувствовал, говорит, в их компании очень неуютно. Какой-то Толстой, вообще. Но, однако, все время аллюзии полны его роману, даже самый этот знаменитый «Невыносимая легкость бытия», там собаку зовут Каренин, вот, пса, который у них живет, называют Каренин, да, вот, ну там есть и много других, кстати, сейчас, не место, вот. А он, например, в своем первом раннем эссе «Искусство романа» прямо солидаризируется с толстовской философией истории. Но не, даже более того, он говорит, да, мы не знаем, что, как, куда пойдут наши дела, мы не результаты нашей деятельности, когда придет причинно-следственная цепочка событий, мы не властны над ней. И отсюда он более того, он как раз считает, что и не можно снять с человека историческую вину. Но ситуациях можно снять с человека историческую вину, потому что нельзя упрекать там кого-то за то, что он там любил Ленина, допустим, как, потому что того же Горького или еще кого-то, потому что не могли они понимать, что и куда дальше все это ведет. Вот. И тоже говорит, что вот противопоставляет Толстого и Достоевского, и говорит, что если у Достоевского все это обретается в каких-то идеях, и люди становятся носителями идей, то Толстого человек постоянно меняется, текучий, неопределенный, он, ему это кажется более реалистично и более правдиво. Причем еще один момент, я просто забыл отметить в связи с Толстым, но я вот немножко к вам, там все, не помню, в какой-то из лекций я вас слышал, там вы говорите о подробностях, о деталях. Есть что-то такое у вас? Да. Ну вот, может быть, это и не совсем в этом плане, но вот интересная вещь. Толстого часто при жизни упрекали за некий культ деталей и подробностей, каких-то жестов, моментов, например, Тургенев. Он говорил, ну что такое, он говорит, нам описывает. У него постоянно люди там рассматривают носки сапог, ну, перчатки. Говорит, это никак не характеризует героев. Они ничего не добавляют к сюжету. Вот, он описывает нам, как выглядели сапоги Александра I, да, императора, как смеялся Спиранский. Тургенев с неприязнью пишет, он говорит, там, нам хочет, наверное, внушить, что он все знает о той эпохе, раз он докопался до сапог Александра и смеха Спиранского. А я, говорит, скажу Тургеневу, что он больше ничего не знает об этой эпохе, кроме того, как выглядели сапоги сапоги Александра и как смеялся Спиранский. Больше ничего не понял. Леонтьев, несмотря на всю свою любовь к Толстому, говорит, что вот... Ну что-то говорит, у него какие-то странные, ненужные совершенно детали, жесты происходят. Например, вот он там, Пьер Газолхов, просыпаясь, слышит, как на улице кто-то говорит «запрягай», и у него в голове «запрягай, запрягай, запрягай, запрягай» в полусне. Он очень просто мысли. Ну, говорит, ну и что? Думаете, вот как это характеризует Пьера Газолхова? Что это добавляет к образу? Это же какая-то физиология чисто. Ну да, в полусне у человека какие-то вот такие... еще не отошел, возникают ассоциации. Зачем это? Мне он говорит, что это дань дурному психологизму. Дань времени. Но. А потом начинается 20 век, и начинает Толстого осмыслять, допустим, Марсель Пруст, и в этом видит всю его силу. Причем в чем? А в том, говорит, что он говорит, в том-то все и дело, что его интересуют не типы.
не персонажи, не какие-то психологические образы, характеры, а общие моменты жизни вообще, вот эти текучие моменты, когда жест, деталь раскрывает нам жизнь, и, ну, говоря, может быть, более поздним, чем пустым языком, экзистенцию в том виде, как мы все ее переживаем, как она сама по себе есть. Тогда как прежняя литература в основном была озабочена типажами. Вот. И действительно, нечто похожее фиксирует и вот Лидия Яковлевна Гинзбург, тоже говоря о том, что Толстой отказывается от типажности, типажей. То есть, более того, это для нее тоже, кстати, отказ от детерминизма. Вся реалистическая литература шла через типажи, Бальзак, социальные типы, там, Стендаль, исторические типы, Тургенев, тоже исторические типы, и снимала ответственность человека, потому что у Бальзака, Тургенева, Стендаля человек носитель либо исторических энергий, либо он совокупность общественных отношений. И это действительно генеральная линия. И я говорил, что это же уверен, что именно это было первично, вот это литературное явление, и породило такие науки, как социология и психология. Да? У Золя, это Лидия Гинзбург пишет, вообще там биологизм такой, там нет безнаследственной институции человека, какого-то объяснения поведения. А ее учитель Гуковский, знаменитый литературовед, говорил вообще, что вообще была снята полностью ответственность человека. Он продукт истории, обстоятельств, социума, и вот решил. А отказываясь от типажей, Толстой и возвращает нас к ответственности. Ну как отказываясь от типажей? Говорят, что наши типажи – это наш выбор, а сами мы состоим из каких-то вот таких текучих элементов, потому что сами все ничто, они нас делают в разных формах поведения, вот эти жесты, детали. И если мы сейчас вернемся к Милану Кундере, то с этого начинается рассуждение о жесте, то есть, ну там не о детали, а о жесте. Его роман «Бессмертие». Там ведь он начинает роман как бы совершенно такой случайно, он смотрит, как некое в бассейне, пожилая 60-летняя женщина делает своему тренеру, прощаясь, поднимает руку, взмах рукой, как юная девушка. И он, значит, как-то вот так трогает это возрастное несоответствие этого жеста. Вот. И дает ему повод порассуждать о том, что жест не является проявлением человека, его личности, а скорее он начинает делать человека. Это не жест изобретен нами, а мы изобретаем изобретаемые жестами какими-то, вот, какими-то жестами. И после этого он переходит к вводит эту героиню, как там Аньес, да, героиню романа, заявляя, что он ее никогда не знал, ее никогда не было, потому что это вообще никто. Ну, с другой стороны, это вот просто женщина, которая будет сделана своими жестами, ну как бы вот своими ситуациями. Такой женщины нет. Она сейчас появится. Про это будет роман, как она сейчас появится, эта женщина. Вот. Но, опять же, мы видим у Кундера прямо как бы вектор-то обратный. То есть, если для Толстого вот это освобождение и уход, вот это растворение в мировой жизни, которое в конечном счете ничто, религиозный путь, то для Кундеры это как раз главная беда человека. Ну, беда человека, как он сам пишет в искусстве романа, процитирую, что в результате оказывается, что человек больше не имеет никакой цены и не представляет никакого интереса. И человек становится вещью в руках сил технических, политических, исторических, которые его опережают и держат в своей власти. Человек как ничто. Значит, тут, если для Толстого было уход ничто противостояние этим силам, то для Кундеры как раз вот это, вот это. Уход в небытие, в ничто, в растворение в жизни, это как раз то, что делает человек объектом этих манипуляций. Вот делает. И об этом даже более конкретно роман Кундера, небольшой такой франкоязычный роман, наверное, многие знают, может быть, который по-французски называется «L'identité», идентичность, так сказать. Но по-русски переведен как «подлинность», что, по-моему, не совсем одно и то же. Идентичность и подлинность какие-то разные вещи. Ну, не важно. Там сюжет такой, что вот такая немолодая, пожилая французская пара вдруг
приходит к выводу, что все их представления друг о друге ложны, фикция. И они не знают, кто они такие, кто я, кто она, и что они из себя представляют. И они начинают как бы вот искать себя, потому что как они могут жить вообще дальше, если они не знают, кто они и кто, никто их супруг, никто они сами. Вот, и... И герой, там, точнее, не герой, один из персонажей, говорит о том, что если вот, если, говорит, вот так ситуация складывается, что мы не знаем, кто это, то тогда что вообще наша жизнь? Тогда, если мы обречены на жратву, соитие, туалетную бумагу, то кто мы такие? И если нас хватает только на это, вправе ли мы гордиться званием свободных существ? То есть, да, это свобода, конечно, быть никем, но вправе ли мы гордиться, если эта свобода, ну, а куда она? Она ничего нам не дает. Вот. Свобода человека в этом случае сводится лишь к выбору, говорит Кундера в романе, ну, персонаж. Свобода человека в этом случае сводится лишь к выбору между страданием от своей ничтожности или наслаждением ею. Вы вольны растворить вашу индивидуальность в котле множественности с чувством поражения или с чувством эйфории. Вот. И если Толстой говорит, что вот этот путь, это значит, мы познаем Бога, потому что он выше всего ничто, то Кундера говорит, что это вот этот и не нужен. Не отрицает при этом, что да, это может быть путь к Богу, но тогда зачем мы живем? И отвечает, говорит один из персонажей, отвечает, чтобы поставлять Господу плоть человеческую, ибо Священное Писание не требует от нас искать смысл жизни. Оно требует, чтобы мы плодились. Вот, иными словами, вот этот толстовский путь к свободе, к ничто, к апофатике для человека 20 века оказался вот кошмаром существования и постоянным желанием стать кем-то. Но возможность стать кем-то оказывается только через какую-то, в конце концов, идеологию, в конце концов, какую-то вот такую, либо возвращение к религии какой-то, да? Вот, вот такой проблемный круг на сегодня. Вот. Но в следующий раз вот мы я, как сказал, отвечу на этот выход из этой дилеммы через тему эротическую. Ну ладно, может, какие комментарии или вопросы. Ну, наверное, сегодня нет, наверное. Ладно, спасибо большое.